После встречи с подписчицами, которая прошла очень хорошо, честно, пришло много людей. Я не ожидала, что столько людей будет. Я думала, придут пару человек, но мне было очень приятно, пришло много народу. И после встречи мы пошли по делам с мужем, и оттуда пришли в ресторан «Казан Мангал». Сели сегодня мы на улице, на веранде, точнее, на улице. Есть такой вид. Сейчас я вам поснимаю немножко. Темно, конечно, но что-то увидите. Мы на 4-м этаже. Там внизу тоже этот же ресторан. Сенная песня, да? Да, туда. Здесь у нас небольшой парк. Но, к сожалению, вам это всего не видно. Так, здесь включили свет. Немножко с освещением поснимаю. Азан у нас звучит. Цветочки. Заказали на этот раз цезарь роллы горячие. Последние два раза я ела их, мне они понравились. И еще что-то взяли, я не помню, по-моему, Филадельфию, еще что-то Зуля выбрала. Ози-музи какие-то, оси. А что так темно стало? У меня телефон сам по себе яркость переключает. Надеюсь, будет вкусно. Еще вы такие какие-то заказали. Ждали мы эти роллы целый час. Представляете, честно сказать. Обслуживание. Кстати, мы как всегда жалуются. Вилки. Блин, палочки. Какие палочки? Там мужу палочки не нужны. Ой, я же говорю, по обслуживанию ни о чем. Девушка. Привет, привет, мои хорошие. У нас такая погода ветреная. Осень уже. У нас один день жара, другой день уже осень. Только что иду с миграционной службы, сделала регистрацию мужа на место пребывания. Вчера у нас не получилось это сделать, потому что, знаете, с марта месяца у нас новые правила, нужна для этого зеленка, а я с собой ее не брала, потому что в прошлый раз такого не было. И знаете, я немножко вас дезинформировала, можно находиться в стране 7 дней без регистрации. Не 7 дней без регистрации, а 10. У мужа, в принципе, миграционной карточки так и было, оказывается, прописано. Но я не знаю, откуда вот в моей голове это сидело, что 7 дней. 7 рабочих дней, оказывается, выходные не считаются. Вот. А у нас нам попадало на 3 выходных, на субботу, воскресенье, и понедельник у нас был какой-то праздник. Вот, поэтому я могла, в принципе, его зарегистрировать, могла не зарегистрировать. Успевали уезжать до окончания срока пребывания. Но я решила все-таки добить. А вдруг зарегистрироваться на будущее. Вот. А сейчас домой и с детками в поликлинику хочу зайти, взвесить, рост, вес узнать. Перед отъездом хочется посмотреть. Отъезд у нас завтра ночью уже. Да, завтра ночью у нас самолет. С пересадками в Стамбуле, как обычно, прямого рейса из Махачкалы нет и вряд ли когда-нибудь будет. Махачкала, Стамбул, Измир. Все, закрываюсь, из-за ветра вам, наверное, ничего не будет слышно даже. Аслан, во что ты играешь? В машинку? Вот так. Вот так едет машинка. Каплар, да, чё её берёмся? Каплар, а чё её? Вот. А ты что делаешь, Зихрашка? Она отсюда наблюдает. Давай, топ-топ. Давай, топ-топ, побежали.
другой стороны. Давай. Вообще не любит бегать ребенок. Зехрашка, за ножками своими смотришь? А эти прыгунки наши звенят. Вот так. И что? Получается, вот еще твоя машинка. Ему уже можно машинки покупать, он уже интересуется машинками. Еще неделю, ну, две назад он так-так нет-нет играл ими и все, а сейчас именно интересуется, как мальчик интересуется. Аслан, что-нибудь скажешь? Слишком занят. Аслан, куда ты уходишь? Можно узнать? Выключил свет, забрал мой рюкзак и куда-то направляется. Куда идешь, сынуля? Я надеюсь, не на север, как в том ролике девочка собиралась на север. А, ты к папе идешь? Иди разбуди папу. Алло, мой труженик. Подожди, Зехрашка, куда он? Ой, все, он к папе пошел. Зехрашка, мы с тобой что будем делать? Что будем делать без света? Без света, что будем с тобой делать без света? В темноте, что будем делать с тобой? Ой, в темноте не буду, я вас долго мучить, снимать. Куда? Куда, Зехра? Баб? Баб? Баб, конечно. Ты передумал уходить, да? А ты свои вещи собрал, сынуля? Рюкзак-то пустой. Ты собрал свои вещи? То, что у мамы там было, тоже вытащил? Кто кого несет? Ты рюкзак несешь или рюкзак тебя несет? Непонятно. Зехрашка, а ты там что высматриваешь? Йо. Зехрашка, все ее штанишки малы. Осла на штанах она. Что делает братик? А, ну что опять не так? Что случилось? Человек настроение. 5 секунд назад было нормальное настроение. А, это рюкзак виноват? Иди сюда к маме. Идешь? Иди к маме. Иди к маме. Иди, мое сокровище. Иди, мое зернышко. Все закрой. Она вперед едет. Все, 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 тепло, тепло. Тебе плохо стало, да, Жень? Разве можно? Ты что, там играешься? Зехра, солнышко, что ты там увидела?
Ну что случилось? Аслан, обижает тебя бабуля, да? Скажи, я больше не приеду, бабуля, к тебе. Сама будешь к нам ездить. Ну, не нравятся ему твои скачки. Он куда хочет? Вот в том-то и вопрос. Он хочет... Хочет нет. Машинку отобрать, я знаю. Вот что он хочет. Ёбаный. Ты лечу, бабуля, на крыльях дочи. Надо не бежать. Что такое? Это Дуська. Дуська. Да, вот так. Это что это такое? Это машинка, да? Да, мамин? Это братика машинка, которую дядя подарил. Ня. Ой. Слав, иди приведи машину. Она под холодильник пошла. Иди приведи. Иди принеси. Машинку принеси? Где твоя машинка, Аслан? Машинку принеси, вон она. Иди. Пойдет он до туда. Пойдет, думаешь? Принеси, бабуля, иди. Пойдет. Молодец. Только он не пошел, а пополз. Пополз, да? Молодец. Он здесь... Сейчас будет ночная музыкальная программа. Сейчас 11 часов ночи. Угу. Достаются бабулины железные подносы, если их бабуля не переложит, и этими подносами по полу. Хорошо, сюда он не достает еще. Что-нибудь другое. Отобрала, да, бабуля? Ну да, сейчас гремели. У зехрашки все отобрали. Пластмассовый, да. Все, ушли под стол. Там у них логово. Осторожно, Алла, он вечно спешит и падает. Это яблоко тоже вцепился в это яблоко. В этих штанах ей неудобно ползать. Они сползают у нее постоянно. Что, его штаны напялила? Какие нашла в шкафу, такие напялила. Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. Вот ты, Дуська. Зехрашка ушел, да, он? Не играет он с тобой. Не играет совсем. Он её в заблуждение вводит, а потом сам прибегает. Она играть хочет. Да. Он вроде бы и хочет, и что-то особо энтузиазма нет у него. А, бабуля тазики им принесла. У моих детей вместо игрушек тазики. Совсем не в состоянии купить игрушки. Вот так, так. Комната полная.